В железнодорожном районе Ульяновска появилось еще одно место для отдыха – сквер за киноконцертным комплексом «Современник». Объем инвестиций на его реконструкцию в 2020 году составил 20 миллионов рублей. Этим летом здесь обустроили тротуары, проложили кабель, чтобы наладить освещение, и установили фонари. Местные жители по старой памяти это место называют полем, однако все очень довольны, что его благоустроили. Ну, заброшено было, сейчас хорошо, красиво. Очень рады, мы здесь рядом живем. Кроме того, в сквере предусмотрена зона для отдыха с детьми. На сегодня место под детскую площадку забетонировали. Работы закончены наполовину, да, и что дальше? В этом сквере будут установлены еще малоархитектурные формы, так называемые. Это урны, скамейки и детская площадка за моей спиной за счет экономии, которую удалось получить при благоустройстве этой территории. К Новому году в сквере также установят елку и сцену для выступления артистов. Места для них уже предусмотрены. Чем больше таких участков будет в городе, тем, я полагаю, будет более спокойное состояние ульяновцев. Также в этом году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды планируется привести в порядок дворовые территории. Среди них дом 68 на улице Локомотивной. Здесь уже полностью отремонтировано асфальтовое покрытие тротуаров, проезжей части и заездных карманов. Около подъездов установили скамейки и урны, оборудована детская площадка. Здесь асфальт был весь в буераке, тротуары с выбоинами, просто так не пройдешь. Бордюры, где есть, где нет, и все это имело вид такой, ну, неприятный. Дети здесь у нас не бегали по тротуарам, я даже не знала, что столько детей у нас. Территорию перед фасадом дома тоже привели в порядок. У нас не было дороги, там, чтобы подойти к трамваю, нужно было 3 буерака пройти земляных. А сейчас все асфальтировано, все ровненько. Кроме того, в рамках благоустройства двора были перенесены контейнеры для мусора, которые стояли в центре двора. Закрыт общественный туалет. Жильцы дома также планируют заменить входные группы в подъезды, установить светодиодные лампы, посадить кустарник и цветы. Ирина Антонова, Владимир Куликов, Новости Улправда ТВ.